на балконе, вот здесь живу на втором этаже. На балкон выше смотрю, горит, а здесь бомжи живут. Они постоянно тут костры жгут, еще что-нибудь. Ага. А сегодня видел кого-нибудь здесь? Да, они здесь постоянно были. Они вот ушли минут 15 назад, и он загорелся сразу. А. Ну внутри никого не было, непонятно еще. Пока не знаю. Понятно. Ну у них драка здесь была минут, может, 30-40 назад. Да? С какой-то девчонкой они подрались. А. Все, как бы поспорили, наверное, подожгли, ушли. А пожар откуда начался? Снизу, сверху? Откуда, с той стороны, он из-за дома. Как бы та почти полностью выгорела сторона. А конфликты у них часто случались, и бомжи? А каждый день. Они же спят постоянно себя. А полицию не пробовали вызывать? Пробовали. Ночью вчера приезжали. Не знаю, что-то поговорили, уехали, никого не собирались.